Друзья, всем привет! Вы слушаете 44-й выпуск SDcast'а, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Евгений Лазин, программист, автор проекта Акумули. Жень, привет! Привет! Ну, для тех, кто не знает, что это такое, буквально забегая вперед, скажем, что это некий инструмент, как лучше сказать, для хранения... данных по, я не знаю, как мониторинг. Для хранения данных временных рядов. Во, для хранения данных временных времен. В рядов, елки-палки. Да, ну, вначале по традиции, Жень, расскажи чуть-чуть больше про себя, вообще, чем ты занимаешься, как давно и вообще как попал в айтишный мир. Я программист последние 10 лет. Вот попал в IT случайно. Я, в принципе, по образованию инженер. Вот, и на моей первой работе так получилось. Я работал инженером-электронщиком, и мне там поручили написать софтину. Вот мы там делали лазерный маркер, такая штука, которая лазером выжигает всякую ерунду на бутылках, там, колбасе и так далее. Вот. Ну и мне нужно было написать прошивку и клиентский софт. Вот так я, собственно, попал в IT, написал свое первое приложение. Вот, ну и... На каком, потом... на чем оно было написано? Собственно, это же что-то, я так не знаю, embedded, там, C-шное, ассемблерное, непонятное. На самом деле был зоопарк. Сначала был такой компилятор ICC, который позволяет компилировать под контроллеры AVR. Там была AVR-ка, по-моему, 32. Там что-то очень-очень простое, вот, без операционной системы, без ничего. Вот потом я перешел на GCC, который позволял делать то же самое. Ну и клиентский софт я писал на Borland C++ Builder. Ох, я тоже помню его хорошо, потому что когда учился в институте, ну, как-то с Дельфой у меня не очень сложилось, а вот C++ Builder, ну, видимо, потому что как-то я тоже там с C начинал, оно так было естественным продолжением. Ну, у меня примерно та же история. В университете мне приходилось использовать все это для, ну, для каких-то таких не очень важных задач, там что-нибудь смоделировать и так далее, но... Непосредственно программированию я там не обучался, вот. Ну, в принципе, я втянулся. Потом я работал что-то очень долго, лет, наверное, 5 или 7, в компании, которая делает SCADA-систему, которая называется Monitor Electric. Она в Пятигорске расположена, там, на юге России. У них там... офис у подножия горы Машук, прям... Да, знаем, я там просто бывал в тех краях, как знаешь, вот удивительно просто вообще, да, вот Машук. Да, офис, окруженный реликтовым лесом, таким очень старым, в котором вообще нельзя было ничего строить, на самом деле. Вот, ну, в принципе, SCADA – это вот уже нечто, ну, это, по сути, есть мониторинг, только мониторинг... Ну, датчиков каких-то. Промышленный, да, то есть такой, ага. Там есть такая большая сложная модель системы, которую мониторят, там математические модели всяких процессов и так далее. Вот, и есть всякие датчики, которые снимают непосредственные значения, там, напряжения, мощности и так далее. И отправляют все это вот как раз в базу данных временных рядов, ну, которая там использовалась какая-то своя самописная. Вот, и дальше SCADA-система уже накладывает эти данные временных рядов на модель системы, чтобы понять, что там происходит. Вот, ну и потом я работал, занимался вебом, писал веб на C++. Жестко, жестко. Да, это... Но это было достаточно интересно, на самом деле, просто в проекте что-то был бэкэнд, написанный на C++. Ну, в смысле, именно какой-то там REST-подобный IP, то есть ну, да, то есть весь доступ часть, понятное к дело. Данным происходил через плюсовый код, по сути. Ну, фронтенд, ну как фронтенд, для нас это был фронтенд, на самом деле это был бэкэнд, он был на PHP, естественно, написан. Но он лазил к вам там за какими-то данными, соответственно. Ну да. Ясно, слышишь. Ну, давай немножко поподробнее поговорим вот про мониторинг и, собственно, так плавно подойдем к Акумули. Вообще расскажи, как, в принципе, появилась идея вот
проекта? То есть это вот все связано с тем, с той эскадой системы, да, и где-то что-то ты в рамках нее уже задумался, или как все это было? Ну, в принципе, не совсем. Я очень долго об этом не вспоминал. Вот. Ну, потом, когда я начал заниматься вебом, я обнаружил, что для мониторинга всяких веб-систем используется всякое, не пойми что. Всякие системы, которые, в принципе, не стали бы использовать в промышленности для управления всяким оборудованием никогда в жизни, например, потому что вот, такая очень широко известная система OpenTSDB. По-моему, она на HBase построена. Вот в те времена она умела хранить данные с шагом, метки времени с точностью до 1 секунды. То есть, если данные приходят чаще, чем раз в секунду, то, соответственно, ты не можешь их сохранить и потом прочитать. То есть, ты видишь данные такими, как будто бы тебе измерения приходили раз в секунду. Альтернатив тогда не было, InfluxDB только появился. Графит, само собой, был. Но графит, в принципе, тоже это, в принципе, довольно ограниченная система, которая, подходит только для того, чтобы строить графики, и которая не очень быстро работает. Ну, это комплексно, а графики по факту хранить-то она их где? Вот, то есть графики-то все же какой-то просто именно там визуализация уже конечная, да, данных. Графит хранит данные в файлах. Под каждую метрику он создает отдельный файл и, по-моему, просто дописывает в конец данные, не сжимая их, ничего с ними не делая. Соответственно, насколько я знаю, там возникает такая проблема, когда у тебя много метрик, ты в итоге постоянно держишь открытыми очень много файлов, там быстро заканчиваются дескрипторы, нужно там настраивать систему, чтобы они не заканчивались. Он постоянно дописывает в большое количество файлов, поэтому... Рандомный доступ получается постоянно. Рандомный доступ к диску даже, в принципе, SSD тут не очень поможет. И там есть, насколько я знаю, там они все это пилили, там у них есть оптимизация, теперь он накапливает это все в памяти. И потом пачками пишет. Но там появились другие проблемы, потому что когда он выжирает много памяти, он начинает... свопится, стандартные проблемы, Кстати, мы буквально, буквально предыдущий выпуск подкаста у меня был в гостях Николай Сивко, который из Окометра, и рассказывал, как у них, собственно, встроен мониторинг, их система, да, понятно, что у них там много большие, там они собирают там по 3-5 там, тысяч метрик в секунду, условно говоря, я говорю, как же вы все это храните? И он хранит, они, точнее, у себя хранят это в Кассандре, но в Кассандре не просто как бы запись каждой метрики, а тоже, поскольку Кассандр не справляется с таким потоком данных, они их копят пачками, и потом просто как бинарное хранилище, то есть пихают там, сразу большой кусок там данных, и уже сами внутри их там архивируют, сжимают, то есть по сути используют хранилище именно только как... такое средство хранения просто тупо бинарных данных, не используя никаких там всяких плюшек, которые он дает. Потому что, опять-таки, нагрузка, да, не справляется. Ладно, тут всякие проблемы, и давай дальше, что рассказывай. На самом деле, то, что ты описал, это довольно обычная проблема. Многие пишут свою TSDB в итоге. Насколько я знаю, есть такая компания Vivid Cortex, они занимаются мониторингом MySQL. Это хостед решение, ты им платишь деньги, они тебе дают библиотечку. Тоже, наверное. Ты ее используешь, по-моему, вместо обычного клиента MySQL и коннектишься к MySQL через нее, она отправляет метрики туда, к ним, в этот Vivid Cortex. Они там обрабатывают, насколько я помню, я смотрел их презентацию там несколько месяцев назад, порядка 300 тысяч измерений в секунду, и они используют для хранения данных MySQL. То есть они тоже там все это дело сжимают, агрегируют, группируют и записывают такие бинарные блобы, сжатые уже.
Слушай, ну, не слышал про них, но, в общем, да, вот видишь, ну, удивительно, что они как бы в MySQL, но, с другой стороны, показать, что вот, ребята, мы его мониторим и сами же его используем, в принципе. Ну, там... в принципе, да, это логично. Вот, да. Но на самом деле, когда ты используешь такую архитектуру, не очень важно, куда ты в конечном итоге данные записываешь. Ну, как бы, да-да, тебе, в принципе, от базы ничего, кроме тупо записать, ну, да, прочитать там. Основная сложность – это вот написать вот этот слой, который все группирует, агрегирует, сжимает и так далее, потому что, ну, там у тебя что-то может отвалиться, какие-то данные могут потеряться в итоге и так далее. Плюс есть такая тема, что данные приходят в порядке отсортированном по времени. То есть, ну, все клиенты, которые генерируют измерения, они помечают своей меткой времени какой-то, ну, которая сгенерирована в текущий момент. Ну и получается, что примерно метки времени всех измерений, которые пришли к тебе на сервер, они отсортированы по возрастанию. Ну да. Но когда клиент смотрит какой-то график, он смотрит одно измерение какое-то, ну, одну метрику. Вот, соответственно, нужно их еще разбить по отдельным метрикам и все это выполнить отдельно для каждой метрики таким образом, ну, чтобы это было более или менее быстро, чтобы когда ты смотришь одну метрику, один график... Ну, как бы да, то есть если писать их сразу пачкой, ты экономишь на записи, ну, да, то есть, скажем, очень сильно теряешь на визуализации, когда тебе надо выбрать, ну, потому, да, что никому не интересно выбирать все 300 тысяч метрик, то есть как бы, да, мне хочется посмотреть на одну и как она менялась в времени, а это значит, надо, чтобы данные по одной метрике были где-то рядышком, а не разбросаны, там, не размазаны. Да, по сути, это такой трейд-офф, ты либо можешь очень быстро писать, но у тебя некоторые тормоза при чтении. Вот, либо ты при чтении метрик по одной, например, вот, а ты можешь писать медленно, но тогда тебе легко будет это все читать. То есть обычно большинство систем берут вот второй вариант, они, ну, например, тот же Graphit, там каждая метрика пишется в один файл, в отдельный, ты можешь его прочитать, и все. Вот, я изначально выбрал другой вариант, я решил, что круче писать очень быстро. Так, ну давай, рассказывай. Вот. Ну, то есть, у меня архитектура немножко другая, у меня есть... Не, давай такой... начнем издалека, в принципе, какие вот как бы цели ты ставил перед собой, и вот берясь за этот проект, вообще, чего ты хотел, то есть, какие главные концепции у тебя? Вот? Не ставил никакие цели, я начал просто, ну, я... Немножко с экспериментов все это началось. То есть, да, я пытался сортировать большие файлы, мне было интересно, насколько быстро я смогу отсортировать файл, там, который не помещается у меня в оперативную память, который я не могу там загрузить, отсортировать там, и выгрузить. Вот. Ну и в ходе этих экспериментов я там придумал, почему бы мне не сделать на основе этого тайм-сериз базы данных, потому что, ну, как бы, похожий use case. Я тогда экспериментировал с алгоритмами с адаптивными алгоритмами сортировки, которые очень быстро сортируют почти отсортированный файл. Ну и как бы мне почему-то подумалось, что это как раз тот случай, который нужен для ТСДБ, потому что там данные приходят почти отсортированными. Вот, их нужно записать, потом немножко досортировать и оставить в покое. А, вот. Ну, потом в процессе появлялись всякие, ну, не то чтобы требования, а всякие такие хотелки, что я хотел бы реализовать. Вот, ну, началось все там с обычной библиотеки. Я думал, что проект будет в виде динамической библиотеки, которую можно использовать как вот как SQLite, например. Загрузить и такое, писать, да, в нее данные. Но, ну, на самом деле, просто это мало кому нужно. На самом деле, я общался только с одним человеком, кому это было нужно за все это время. Да, а когда еще расскажи, как давно уже, сколько уже времени этому проекту, то есть как давно ты вот. Ну, начался он в конце 2013 года, насколько я помню. Ну, то есть, в принципе, там, условно говоря, там два с небольшим, как бы, года где-то проект. Ну, в общем, да. Так, ну ладно, в общем, как встраиваемое решение сначала думал, в смысле, как встроенную просто библиотеку, так сказать, использовать.
Но это не очень. И решил в итоге все-таки именно как серверную часть. В смысле, сделать как стендалон такое решение. Ну да, я решил сделать серверную часть. Ну, в принципе, просто когда у тебя есть серверная часть, ты должен уже подумать о таких вещах, как язык запросов. Ну, API, например, конечно, иначе. И так далее. То как есть, бы, когда... как с ней общаться к внешнему миру? Ну да, когда Акумули был, проект был в виде библиотеки, у меня был ID-шник, метка времени и данные float, либо blob бинарный. Вот. Потом я пришел к тому, что, ну, наверное, клиенту не очень удобно использовать ID-шники числовые, и, наверное, нужно использовать какое-то имя. Ну, конечно, метрики. Хочется метрику назвать как-то по-человечески. Логично. Вот. Ну, в итоге это все усложнялось. И, ну, в принципе, это пришло к какому-то такому завершенному более или менее виду. Ну, например, вот я начал добавлять туда всякие фичи, понял, что с этим плохо, решил делать дальше следующую версию и так далее. Вот. Ну, изначально, на данный момент, ну, вот с чего лучше начать, кстати, ты мне не подскажешь, как лучше описать архитектуру? Ну, вот, да, наверное, надо, чтобы как-то лучше понимать, рассказать вообще, как оно все устроено. В общем, смотри, значит, Акумули — это, собственно, такой инструмент для хранения временных рядов. Понятное дело, что одновременно может быть несколько там временных рядов, да, ну, в смысле, несколько метрик разных хранится. Давай вот я просто видел у тебя в блоге заметку, довольно-таки интересная мне показалась. Расскажи вот, как ты вообще... Вот формат хранения, то есть как бы в чем, ну, то есть где здесь, где могут быть проседания, да, то есть какие моменты важны. Понятно, что там, ну, мы опускаем вопрос доставки этих метрик, да, в, там, на сервер, то есть это сеть, там, я не знаю, еще как-то угодно, либо там, если в случае embedded решений из кода, но вот дальше самое интересное, собственно говоря, надо же их там положить, записать, да, мы вот там уже упоминали про то, что в дальнейшем, понятное дело, что их надо как-то записать так, чтобы в дальнейшем можно было читать. И все же это как-то было... Ну, ты, правда, сказал, что ты сосредоточился именно на скорости записи, да, чтобы можно было много писать. Вот я видел у тебя там такую графику, ну, в смысле, табличку, не схемку, как формат вот этих файликов. У тебя же, в принципе, тоже, в принципе, сами ряды хранятся, по сути, в файлах в конечном итоге. Ну, в принципе, да. Я изначально поставил цель использовать... ограниченное место на диске, то есть при создании базы данных ты задаешь, сколько места она может занимать на диске. Ну, это типа а-ля RRD Tool, собственно, да, всем известно. RRD Tool, то есть чтобы можно было запустить сервер и, в принципе, забыть и не думать, что там место закончилось на диске. Писать в него и... Вот, ну, то есть там обычно в базах данных временных рядов для метрик задается... Ну, retention, то есть глубина, время, да, через глубина, которое они будут удаляться, сколько хранить данные. У меня нельзя указать время, но у меня можно указать размер. То есть если ты указал, что можно использовать там терабайт данных, сколько по времени ты сможешь хранить данные, зависит только от того, как быстро они записываются. Сколько данных приходит, ну, сколько места они будут на занимать. На самом деле, вот я, знаешь, на работе с ребятами обсуждал, и, в принципе, вот один и другой вариант, они... Ну, то есть в разных случаях подходит либо тот, либо другой вариант. Вот тот же самый Influx, например, да, он именно как задается глубина ротации именно временная. Вот, но, например, вот в моем там случае, ну, тоже в одном домашнем проектике, где у меня там ограничено там и место, и ресурсы все, мне, например, такой вариант не очень нравится, потому что мне, наоборот, хочется указать размер, и пусть там будет, там, не знаю, там на 100, 200, там, тысяч, ну, не знаю, не тысяч, ладно, 110, 100, там, тысячу метрик записей будет меньше, но зато, как бы, я знаю гарантированно, что оно там не распухнет, не разрастется. А когда ты, вот, не можешь контролировать скорость записи метрик, ну, в смысле, ты не знаешь, какая она будет, там, да, нагрузка, условно говоря, тут за тот же самый временной период, да, она может распухнуть значительно больше, чем ты вообще ожидаешь. Ну, в принципе, да, в случае распределенной системы, если это распределенная база данных, там, тот же OpenTSDB, который сидит на HBase, и, ну, там это все как-то решается, наверное,
Но если у тебя один-единственный сервер, то в конечном итоге у тебя один вариант. Либо терять данные, ну, новые, либо терять старые данные. И в итоге, естественно, ну, как правило, люди выбирают терять старые данные. Ну, логично, да. Ну вот, хорошо, значит, ты поставил, вот у тебя такое ограничение жестко сдается, размер. Дальше вот расскажи, как происходит запись вообще, как это живет в процессе существования и как потом происходит, когда у тебя достигается, собственно, файл полностью забивается, да, и дальше, то есть, ну, настает период, этап, когда надо их уже задирать, собственно говоря, да, то есть заново писать. Как все это... Ну, на самом деле, я просто изначально создаю множество файлов для хранения данных, файлы все фиксированного размера, 4 гигабайта. Ну, 4 гигабайта, чтобы можно было с помощью 4-байтового слова адресовать там все что, ну, угодно. Внутри, то есть полный адрес, полностью, ну, то есть, иметь возможность обратиться к любому адресу в файле в рамках, ну, одного, да, 4 байта. Чтобы использовать короткие указатели. Вот. И, в принципе, данные, они накапливаются в памяти изначально, когда они приходят. То есть там есть понятие скользящего окна. То есть в аккумуле можно записать данные, если они не старше определенного интервала времени. Ну, то есть это время, оно конфигурируется, ну, например, оно равно 1 минуте. Uh-huh. Если пришло какое-то измерение, которому там 10 минут, оно отбрасывается. Вот. То, что накопилось в памяти, когда оно выходит за это временное окно, uh-huh, оно становится старше вот этой условной 1 минуты, оно сжимается, делится на такие чанки или там буферы, как угодно, и дописывается просто в конец текущего вот этого 4-гигабайтового файла. А, вот. Ну и в конце этого файла, там в хвосте у него есть просто такой массив, который растет в обратную сторону, то есть данный файл дописывается в прямом порядке, то есть как в лог. Mm-hmm. А вот эти вот адреса вот этих буферов, которые дописывались в конец, они дописываются... Ну, условно говоря, метаинформация о да, записи. Да, то есть, которые дописывались вот в начало файла, они дописываются просто в конец в обратном порядке. Угу. Ну, вот, собственно, и все. Это очень простой формат. Я изначально хотел реализовать B3 или что-то подобное. Я сейчас, кстати, реализую потихоньку B3, B+3. Для хранения это дерево, да, кстати, что это? Ну да, дерево для хранения данных на диске. Угу. Вот до меня спустя 2 года дошло, как его правильно организовать для хранения временных рядов. Но в тот момент мне просто хотелось побыстрее что-нибудь сделать, что может работать. Вот. И, собственно, я пришел к такой схеме хранения. Удаляются данные очень просто. Просто стирается один том, вот этот 4-гигабайтовый, и все. Слушай, ну это получается, ты, значит, в один момент времени сразу же потеряешь все накопленные вот эти, так сказать, данные за там какой-то период. Ну, а да. Вот, ну то есть, условно говоря, если ты хочешь, чтобы это как-то перекрывало, то ты просто должен открыть второй файлик, начать его писать, а только когда уже ты там его... Ну, их же на самом деле больше двух, их там могут быть десятки, сотни и так далее. А, ну в смысле можно разбить их, условно говоря, получается. Ну да, их множество и... А они вот по кусочкам вот так вот они... Перераспределяется только один. Ну там может быть много данных, да? Угу. Но на самом деле данные лучше удалять в больших количествах сразу, если ты работаешь на SSD. Потому что там есть такая фигня, как trim, и там, когда ты реально удаляешь данные, система может сказать SSD твоему, что данные не используются. И там начнется сборка мусора, и сборка мусора, она эффективнее, когда ты удаляешь много данных сразу. Угу. То есть у тебя после этого запись не будет тормозить последующая. Слушай, а вот ты в одном файлике хранишь сразу разные метрики, или в одном файлике только одна метрика, да, хранится еще раз? Я в одном файлике храню разные метрики, то есть, ну, буквально все. Ну, все, что идет, но все, вот все хранится. Каждый сжатый буфер, который я дописываю в конец, он разбит на метрики. То есть там сначала идет одна метрика, потом вторая, потом третья.
Ну и на самом деле можно прочитать буфер, загрузить его и разжать только вот ту часть, которая хранит нужные метрики. А, ну, собственно, когда тебе надо прочитать, там, сделать выборку по одной метрике, ты, на самом деле, читаешь не все, парсишь, условно говоря, а только те кусочки, которые относятся в рамках каждого чанка к определенной метрике, условно говоря. Нет, на самом деле, я, к сожалению, сейчас должен читать все, но просто я могу все не разжимать. А, ну, в смысле, да, ты читаешь все, но не все распаковываешь, соответственно, да? Да, вот я могу получается. Просто посмотреть быстро на вот этот буфер и понять, что там, ну, допустим, нет данных нужной метрики. Ну, допустим, в этот момент времени, в этот период времени, к которому относится этот буфер, буферы отдельно, они не перекрываются по времени, вот, допустим, ничего не записывалось. И просто, ну, будет лежать дальше в кэше этот буфер и все. Вот, я на самом деле от этой схемы ухожу, и делаю более оптимальную систему хранения. Ну, на самом деле, я просто расскажи, думал куда, да, вот расскажи еще о таком кейсе. Ну, то есть, если ты анализируешь данные, ты одновременно читаешь множество метрик, то хранить каждую отдельную метрику в отдельном файле не очень выгодно становится, потому что, ну, допустим, тебе нужен интервал там, между двумя метками времени, и ты будешь в каждом файле отдельно искать этот интервал, и в итоге ты загрузишь больше данных, чем требуется, ну, намного. Ну, в смысле, что ты пришел к выводу, что за одно чтение сразу получать данные по всем интересующим метрикам, это как бы выгоднее получается? Ну, в некоторых случаях это выгоднее, в некоторых это хуже. В случае, если ты смотришь отдельные графики. Вот. Я сейчас пытаюсь имплементировать B+ дерево. Расскажи немножко поподробнее, вообще, что оно из себя представляет. Ну так, просто не все слушатели, наверное, знают. Да. Так, в двух словах хотя бы. Ну, по сути, это, ну, это как бинарное дерево, только там больше ветвлений. Ну, в моем случае это там 32 указателя на низлежащие ноды. Вот. И данные там, реальные данные хранятся только в листьях. Ну, на самом деле, у меня там примерно одинаковая глубина на всем протяжении этого дерева. То есть оно получается сбалансированным. Вот. И у меня отличие в том, что я храню вот в этих промежуточных звеньях, которые не являются листьями, я храню метаданные. То есть помимо указателя на всех своих, так сказать, ага, всех своих. Да, какой-то лист я храню минимальную и максимальную метку времени, среднее значение, максимальное и минимальное значение и так далее, чтобы ускорять некоторые запросы, чтобы, в принципе, запросы, которые, ну, например, считают, сколько там данных пришло, там, либо запрос должен вернуть только данные только в том случае, если значение превысило определенный порог. Такие запросы, в принципе, могут даже листья не трогать, не распаковывать их, а, ну, просто посмотреть вот эти промежуточные. Ну, оперировать, да, метаинформацией, уже спускаться к листьям только там, где действительно эти данные имеются. Да, помимо этого я пытаюсь сделать оптимизацию под SSD. Вот, ну, в принципе, я еще не рассказал. Вот у меня сейчас в данном случае я использую вот эти большие 4-гигабайтные файлы и пишу и читаю их через mmap. То есть такой системный вызов в Linux, который отображает файл в память. Соответственно, ну, файлов много, не все отображаются в память, просто самым простым, примитивным образом. И из-за этого мне нужно, чтобы приложение было собрано под 64-битную архитектуру. Вот. Ну и на самом деле от этого тоже хочется уйти, потому что хочется, чтобы система масштабировалась не только на какие-то большие мощные машины, но и на маленькие сервера какие-то, которые, ну, даже не сервера, а там какой-нибудь Arduino, ну, или да, что-нибудь очень мелкое, чтобы можно было установить туда и что-то там делать. Но 64 бита – это явно не то, что поможет это все сделать. Ну, как бы да, там столько данных, наверное, даже не будет на какой-нибудь там Arduino, ну, да, там Raspberry. Там столько не нужно просто. Конечно. Вот. Ну и плюс оптимизация под SSD. А, вот еще у меня такая есть проблема из-за того, что данные все хранятся, все метрики хранятся вместе в одних и тех же буферах. У меня не получилось это все распараллелить. У меня сейчас
Ну, я могу записывать порядка 2 миллионов измерений в секунду. И все, то есть я пытался процесс сжатия как-то параллелить, но даже сильно быстрее у меня не получилось это все сделать. Вот. И сейчас я пытаюсь от этого уйти и прийти к тому, чтобы разные метрики могли писаться просто параллельно друг другу. Опять же, для этого служит новый формат данных. То есть SSD, он на самом деле, его фишка в том, что в него можно и даже нужно писать параллельно, а он тогда быстрее работает. А это как-то на уровне системных вызовов, то есть как бы вот параллельной записи? Или ты просто как бы не паришься, ты говоришь, чувак, вот пиши мне там и здесь, и здесь, и здесь, из разных там потоков, и не знаю, да, процессов. А уже если у тебя SSD, то там, если система там, в смысле, там ядро про него знает, то оно само как-то это все решает. Тут расскажи немножко. На данный момент я использую MMAP и считаю, что ядро само все сделает. Но на самом деле это не совсем правильно, потому что я все-таки... так как у меня все-таки база данных, как-никак, я вынужден вызывать функцию flush. Да. И синхронизировать данные с диском. То есть я пытаюсь гарантировать crash recovery. То есть если ты через kill 9 убьешь сервер, ты должен опять его запустить, у тебя должно все заработать, пусть даже какие-то данные у тебя потеряются. Ну да, условно говоря, да, последние буферы, которые там не сброшены еще. Вот, и для этого я периодически синхронизирую данные с диском, и тут появляется такое свойство неприятное. Если ты работаешь на HDD, на обычном диске, ага. Диске, все окей. Если ты работаешь на SSD, у SSD есть такое свойство, он быстро пишет, если у тебя запись выровнена по границе блока. Блока. Даже не сектора, а блока, 4-килобайтного. Вообще лучше писать, конечно, очень крупными буферами, там порядка мегабайта. Тогда ты можешь дойти до максимальной его пропускной способности. Вот. Но если ты пишешь и, допустим, и у тебя запись не выровнена, то SSD будет сначала перечитывать последний блок, он будет его читать, изменять и записывать в другое место. Вот. Соответственно, у тебя будет падать пропускная способность, и вот этот процесс записи, он будет генерировать мусор. То есть, если ты пишешь просто в пустой файл, система об этом знает, и ты будешь просто аллоцировать новые блоки на SSD. И система будет их раскидывать. В SSD есть контроллер, там есть Flash Translation Layer, так называемый, и он раскидывает твои вот эти вот блоки, которые ты записываешь по разным микросхемам, которые есть на SSD-шки, чтобы как раз достигнуть параллельности и большой пропускной способности. Вот. Но тут он вынужден уже что-то читать, и тут уже генерируется мусор, потому что старый блок, который записан наполовину, его нужно выкинуть, и, соответственно... Он, получается, читает, понимает, что надо дописать, пишет его целиком в новое место, а старый помечает как... Да, старый помечает как мусор. Мусор, ага. Да, и потом сборщик мусора его должен собрать и очистить, там, я не знаю, что он с ним делает в деталях. Вот, то есть такая схема, которая у меня сейчас используется, она не оптимальна для SSD. Вот, и я как раз пытаюсь реализовать вот это дерево, и вот в нем как раз все вот эти узлы этого дерева, они фиксированы размера как раз размером с блок. Ну, у большинства SSD блок равен 4 килобайтам как раз. Тем самым, соответственно, каждая запись получается, в общем, всегда поблочно, целиком блок. Ну да, то есть она получается выровненной и оптимальной. Наверное, если ты переписываешь файл, потому что я не замечал разницы между переписыванием каких-то данных и записи в пустой файл при таком режиме записи. Вот. Ну, плюс параллельная работа, то есть у меня есть множество коннектов от разных клиентов, и они работают, допустим, каждый в своем потоке, но они сейчас вынуждены положить данные в какое-то одно место, где они сожмутся. И из этого одного места в одном потоке вот дописать вот в этот
как бы лог-файл. Uh-huh. Вот, а я хочу, чтобы вот эти вот потоки, которые обрабатывают коннекты от клиентов, они сами могли сжимать данные и класть. То есть они могли бы заранее аллоцировать место на диске, в которое бы они могли безопасно что-то писать и дописывать данные туда. Вот. Ну, а вот ты в этом случае как раз-таки можешь столкнуться с той самой проблемой, когда много потоков, и все пишут в разное место, и это, соответственно, будет получаться, опять-таки, не последовательная запись, а такая произвольная получается. Ну, на самом деле, для SSD это не проблема. Mm-hmm. И с этой структурой данных я смогу, в принципе, очень быстро записывать. А, чтобы быстро писать на SSD, есть два варианта. Можно группировать данные в очень большие блоки, там порядка мегабайта, и писать их. Либо можно, ну, есть второй вариант, можно писать параллельно из множества потоков. Ну, просто опять-таки выделяя блоки, вот ну, в смысле, данные желательно с эквивалентным там, размером блока, и оно само на уровне уже именно там, соответственно, контроллера будет параллельно получать, параллелиться, поскольку они... Или как это происходит под капотом? Параллельно записи разных потоков. Угу. Можно, в принципе, использовать асинхронный API. То есть, ну вот я пока экспериментировал с такой параллельной записью на SSD, у меня лучше всего получилось делать это через libuv. В libuv есть, ну, такая нашлепка над I.O., линуксовым, да, и он, в принципе, да, известно, умеет параллельно писать на диск. Работает. Ну, то есть не параллельно, а асинхронно писать на диск. Угу. В принципе, даже из одного потока можно нагенерировать множество параллельных асинхронных запросов на запись. Вот, и он будет фигачить просто. А какие еще ты способы пробовал другие? Помимо libuv? Что еще? Я пробовал из множества потоков, то есть ну, реально насоздавал потоков операционной системы и писал через них маленькими блоками. В этом случае получается, в принципе, тоже записывать быстрее, но не так хорошо, как с libuv почему-то. Интересно. Не знаю, может быть, там ядро начинает какие-то структуры данных свои синхронизировать или еще что-то в этом духе, но в принципе так работает хуже. Понятно, слушай, интересно. Ну, что-то еще по архитектуре интересное есть тебе чего рассказать, поведать? Какие еще интересные у тебя были вот такие челленджи, что называется, то есть какие интересные вопросы, там, проблемы, которые ты решал? Ну, из такого там запоминающегося, может быть, что в голову приходит. Ну, в принципе, да, на самом деле много всего. Я много работал со всякими скетчами и вероятностными структурами данных, ну, которые, например, позволяют отвечать на какие-то запросы, не храня кучу данных в памяти. То есть, например, вот такой запрос, когда тебе нужно найти самые тяжелые метрики. Допустим, у тебя есть ну, машины, ты пишешь какую-то метрику, которая является индикатором загрузки этой машины, и тебе нужно найти самые загруженные машины. Ну, допустим, там для примера load average, да, LAT, пишешь по машинам, вот у тебя метрика, да? Так. Вот, ну и машин у тебя, допустим, 1000, ты берешь просто хэш-таблицу, и в каждом вот элементе этой хэш-таблицы хранишь просто отдельную метрику и накапливаешь там данные и смотришь, где больше всего накопилось, ну, если просто говорить. Но, в принципе, если у тебя количество машин будет расти, у тебя будет расти количество метрик, и потребуется очень много памяти на то, чтобы все это хранить и считать. Но можно использовать всякие скетчи, например, Space Saver, для того, чтобы хранить только какую-то часть этой информации, но при этом с очень высокой долей вероятности найти самые тяжелые вот эти вот... А расскажи немножко поподробнее, как это устроено. Вот Space Saver, это что, это как бы алгоритм некий, да, или что это? Да, это некий алгоритм, который позволяет как раз-таки найти самые... Ну, на самом деле проблема называется Heavy Hitters,
Можно легко ее загуглить. Ну, мы потом обязательно добавим. На самом деле, две похожие проблемы – heavy hitters и frequent items. Либо ты считаешь самые тяжелые, либо ты считаешь то, что чаще всего встречается. Uh-huh. Вот. И там, на самом деле, есть несколько похожих алгоритмов, которые позволяют это делать в ограниченной памяти. На самом деле, это уже довольно сложно рассказывать. Ну да, я представляю. Ну просто ты так, да, знаешь, в такую глубь, так сказать, мы забрались, довольно-таки прям ух. Слышь, ну а по факту ведь пишется, ты все равно пишешь все метрики, просто вот с помощью этих алгоритмов ты как-то уже их, они просто как-то прореживают данные на этапе записи, или же это уже по факту как-то обсчитывается и где-то отдельно хранится? Нет, я ничего не прореживаю, хранится просто все, но оно сжимается. Если, допустим, значение не меняется... А, в смысле, ты, да, на этапе записи ты просто с помощью этих алгоритмов как-то сжимаешь и пишешь только часть, по сути, но которая, скорее всего, там, ну, с большей... Нет, это как... не на этапе записи, это на этапе чтения. Вот Space Saver — это когда у тебя данные уже записаны, а тебе нужно по ним пробежаться и понять, что там... что грузилось больше всего, например. Угу. Вот. И читать все тебе неохота, соответственно, условно говоря. Ну, читать все тебе придется, чтобы посмотреть на данные. Как бы нельзя о них судить до того, как ты их прочитаешь. Угу. Вот, но держать полностью весь датасет в памяти... А, не надо, ты их можешь, так сказать, прочитал, да, выбросил. И вот угу. С помощью этого алгоритма можно ну, это все считать, используя фиксированный объем памяти, который не зависит от количества метрик. Все, я понял теперь, ага. Вот. Еще вот из таких сложных задач у меня, в принципе, было сжатие. В принципе, наверное, это самая сложная тема – это сжатие. Кстати, да, мы как-то так его все время обходили стороной. То есть, ну да, сжали, там записали, а вот действительно, это же не такая тривиальная задача, как может показаться. Расскажи, как оно работает. Ну, для метрик, для меток времени – я использую простой алгоритм Delta RLE. Ну, сейчас с новым этим деревом я пытаюсь использовать Delta-Delta encoding. Ну, по сути, там на самом деле целый стек всяких алгоритмов сжатия. То есть сначала идет, честно говоря, даже не помню, как он правильно называется. Его обычно называют Base128. Это вот алгоритм, который используется для записи интов в Google Portabooth. Mm-hmm. Если ты помнишь, как это делается, то есть там, если число меньше, чем 128, то оно записывается как 1 байт. А если оно больше, то записывается младший байт и устанавливается битик старший в единичку, и дописывается следующий байт, ну и так далее. То есть переменной длины кодировка. Ну, такие штуки, они похожи есть там и в протобуфе, да, и во всяких там MSG-паках. Да, в принципе, можно использовать вместо этого Huffman с фиксированным словарем. Вот, ну, в принципе, я использовал это. По моим тестам это быстрее просто работает. Угу. Вот. Потом над этим работает сверху Delta Encoding и RLE, то есть я считаю разницу между метками времени, они обычно идут с фиксированным шагом, ну, либо шаг редко иногда немножко отличается. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, получается в итоге одинаковые числа, одни и те же значения, и дальше я просто... Ну, то есть ты, по сути, не хранишь не каждый раз не метрик, в смысле, не таймстемп, да, пишешь, а именно пишешь смещение, вот этот шаг, а поскольку он почти всегда одинаковый, то в случае сжатия просто он очень как бы эффективно сжимается, получается. То есть идея в этом. Ну да, простейший round length encoding его хорошо сжимает, то есть на моих тестах это работает достаточно хорошо. То есть какой бы алгоритм не использовал, либо Delta-Delta, либо RLE, Дельта RLE, все равно основное место занимают именно значения, ну, флоуты. Ну, Дельта-Дельта – это самое, только ты два раза вычисляешь Дельту и не используешь Run Length Encoding. В итоге получается просто вот эти вот значения Дельты маленькими, и кодировка с переменной длины хорошо просто
сжимает там до 1 байта. И все норм. Вот. Сложнее всего сжимать флоаты. Флоаты сжимаются похожим образом. Вот есть так называемый Gorilla Paper, который... статья, которую опубликовал Facebook, о том, как они хранят и обрабатывают данные временных рядов. Они, по сути, ксорят между собой флоаты, которые... Соседние, значит. Соседние, да. И в итоге там получается, что экспонента и старшие биты мантисы, они примерно одинаковые в большинстве случаев, а отличия идут в младших битах. Вот, и они в итоге их кодируют. Вот, ну, то, опять-таки, получается, экономия такая на размерности. То есть вся идея сокращения, в общем-то, байтов, требуемых на запись вот этого значения, разница, по сути. Ну да, то есть словарные всякие методы я не использую. Вот, у меня немножко другой алгоритм. Я, ну, Facebook, на самом деле существует даже множество библиотек теперь, которые это все реализовали. Похожий алгоритм сжатия. InfluxDB использует именно этот алгоритм сжатия для флоатов. У него есть проблема. Он пишет данные не по границам байтов, а он манипулирует битами. То есть там, если данные в два соседних значениях, значения одинаковые, он ставит просто один бит, ну и так далее. Вот, на самом деле это не очень быстро. Я так понимаю, просто усложняется логика немножко чтения, то есть приходится анализировать, сколько там байт прочитать, какие биты из них. На самом деле даже запись происходит медленнее, потому что там есть бранчинг, много бранчинга, который предсказание ветвлений плохо работает на вот этом всем, потому что там зависит все от данных, и там не все время одни и те же ифы срабатывают вот в этой цепочке принятия решений. Вот, и, ну, просто, по сути, если ты не пишешь по границе байта, ты вынужден, там, ты записал первые несколько бит этого байта, чтобы записать следующие несколько бит, ты его должен прочитать, и, там, с помощью всяких операций сдвига и так далее. Ну, да, конечно, ага. Модифицировать, опять записать, вот. У меня немножко по-другому, я тоже ксорю соседние элементы, вот, но я пишу по границам байта, и чтобы у меня все это влезало в границы байта, я пишу сразу, группирую два флоата вместе. У каждого из них 4 бита флагов, то есть они объединяются, получается первый байт. И каждый, вот эти флаги просто говорят, сколько байт нужно прочитать и как сдвинуть. Вот. И плюс, в отличие, возможно, я не очень хорошо понимаю вот эту статью, но они там кодируют биты мантисы, но в случае флоатов еще есть такой вариант. Если ты берешь энты и преобразуешь их во флоаты, но это, если мы говорим про мониторинг, то это частый вариант, например, те же показания, там, количество памяти — это int, и система его просто конвертирует во флоат, точнее, в double, и отправляет. Вот, и если его преобразовать, там, ну, таким вот образом, то есть поксорить два таких вот инта одинаковых или там немножко отличающихся, у них будут старшие биты отличаться, а младшие будут все одинаковые, то есть... Ну да, вот, получается наоборот немножко. Да, и у меня схема более сложная, я там могу либо с одной стороны, либо с другой стороны кодировать... В зависимости от того, с какой стороны больше нолей. Вот. Насколько я знаю, либо такой... с младшего, да, ты имеешь в виду? Ну да. Насколько я знаю, такой схемы ни у кого нет. Она не самая хорошая в плане качества сжатия. Ну, у меня получается там, где InfluxDB рапортует о том, что они могут получить там 2-3 байта, у меня там 3-4. Но зато в плане скорости сжатия, скорости декомпрессии это намного лучше, прям вот значительно лучше. Вот, круто. В принципе,
на самом деле очень клево зажимает обычный gzip. То есть, если ты возьмешь временной ряд, запишешь по порядку там все его метки времени, потом все его значения, и пожмешь gzip-ом, оно очень круто сожмется, оно иногда зажимает там порядка там 1-2 байт на каждый элемент. Если там данные одинаковые, может быть и меньше. Но на самом деле gzip, он, ну, libz, слишком медленно работает для этого применения. Вот там... Ну, все мои эксперименты говорят о том, что просто в десятки раз. Так что... Приходится изобретать что-то свое. Да, приходится изобретать свое. На самом деле, вот если посмотреть на другие open source проекты, они все изобретают свое. А на, скажи, вот на что ты еще смотрел? То есть, что вот, ну, там, Influx мы уже упоминали не один раз за наше, так сказать, интервью. А что еще какие? Ну, на самом деле, я в основном, ну, когда я какой-то, ну, тем же сжатием занимался, я смотрел просто всякие статьи на эту тему. Вот. Их довольно много, они очень интересные. И Influx тут далеко не впереди планеты всей. Вот. Ну, хорошо. А что еще? Кто еще есть там? Ну, RRD, как самый старый, наверное, уже сколько там, лет 15, наверное, такое тоже решение. Нет, ну, по поводу «Впереди планеты всей» я имел в виду именно статьи и алгоритмы, которые там описываются. Ну, баз данных, на самом деле, сейчас довольно много. На самом деле, мне больше всего нравятся две. Мне нравится графит, потому что я его использовал, и он хорошо работал у меня. И, в принципе, было приятно пользоваться. Вот. Ну, в принципе, мне еще нравится, как сделан Prometheus. Вот. Это тоже что-то такое? Причем, ну, это скорее система мониторинга. Там есть своя TSDB, база данных временных рядов. Ну, она похожа, в принципе, на то, что делает Graphit. Вот, только там данные группируются немножко по-другому. И там файлы выровнены тоже по границам, ну, не сектора, а по границе 4 килобайт. Блоков. Ну да. Вот. Но там, в принципе, еще помимо хранения, там реализован алертинг и графички, и интеграция с графаной. Да, понятно, это уже там все, что хочешь. Сверху, так сказать, прикручено. Вот, оно клевое, потому что оно может тебе отправить имейл, если что-то пошло не так. Понятно. Ладно, расскажи, ну вот расскажи, какой у тебя сейчас текущий статус вообще проекта, то есть, ну, основные какие-то вот идеи мы там обсудили, концепции реализованы, ты сейчас там работаешь над новой реализацией, да, но вот там серверную часть, я так понимаю, еще там есть что прорабатывать с точки зрения внешнего API, то есть как общаться, да, вот это все. Ну, в принципе, у меня есть такой довольно-таки готовый язык запросов, через который можно нормально с базой данных общаться. Вот, это все покрыто тестами. У меня есть CI, на котором эти тесты запускаются постоянно. Вот. Ну, у меня есть, в принципе, тест, который такой довольно большой, который работает с библиотекой. То есть Acumbly – это библиотека плюс сервер, который использует библиотеку. То есть изначально идея сделать библиотеку никуда не делась. То есть там есть сишная библиотека. Вот. То есть и CI запускает вот этот тест, который написан на плюсах и который гоняет библиотеку в разных режимах. Вот. И плюс есть куча скриптов, которые на Python написаны, которые просто запускают сервер. И данные пытаются их читать и анализируют результат и так далее. Пытаются там убивать сервер через kill9 и так далее. И смотреть, что все потом поднялось, там что-то можно прочитать. Вот. Понятно. Слушай, а вот, соответственно, клиентская часть, ну, то есть, понятно, там C как встраиваемая библиотека, а вот именно там биндинги, что называется, каких-то другим там в рапперы к другим языкам, то есть, насколько их просто написать в случае там? Их просто написать, на самом деле. Я изначально хотел мимикрировать под Redis. То есть протокол, у меня там, в смысле, под Redis, ну, да? Ну да, там у них протокол RESP,
И, в принципе, у меня можно записывать данные, вот, используя этот формат RESP. Ну, это, по сути, формат сериализации такой текстовый. Все общение с базой данных происходит через текст. Ну, потому что это элементарно проще. Это можно написать там на любом скриптовом языке. И тебе не нужно думать там про порядок байт и так далее, и все такое. Ну, и, в принципе, текст можно очень быстро парсить. И это все равно быстро работает, несмотря на то, что там текстовый формат. Понятно. Сейчас, насколько я так посмотрел, пока как бы особо биндингов ничего такого нет. Ну, то есть вот только сишный кусок получается, то есть как сервер и непосредственно либо сама, да, и все. Ну да, сервер, ну, общение с сервером происходит через TCP, но ты отправляешь просто простой текст, который очень легко сгенерировать чем угодно. Так что я не думаю, что там в принципе нужны биндинги. Ну, понятно, что просто, конечно, потом на любом языке можно написать библиотечку. Собственно, ну, для этого, как минимум, сам протокол должен быть задокументирован. Ну, он задокументирован. Там в Вики есть описание протокола. Вот. А чтение данных происходит по HTTP. Я использую ну, что-то вроде такого REST-интерфейса. Чтобы выполнить запрос, нужно отправить JSON-документ, JSON-объект через пост. Пост-данные. Вот. И просто прочитать ответ. И из-за того, что это данные временных рядов, они, в принципе, могут быть очень большими, и там, в принципе, могут есть такие запросы, которые непрерывные. То есть ты читаешь данные, по мере того, как приходят новые данные, они тебе сыпятся в твой запрос, в результаты твоего запроса, там используется chunked encoding в HTTP. То есть там не передается размер ответа, и данные просто сыпятся, и все. Ну, в смысле, соединение не закрывается, оно просто постоянно туда летит. Ну да. Ну, смотря какой запрос на самом деле. Ну, понятно, да. Ясно. Слушай, ну вот интересно, знаешь, что теперь, вот уже как бы там 2 с лишним года проекту, да, расскажи просто, так сказать, ты там один его все пилишь, есть ли какой-то вообще интерес у кого-то еще, кто-то интересовался этим проектом, были какие-то, ну, может быть, ты там, кто-то к тебе приходил, говорил, о, круто, давай, мне надо там вот что-то такое, ну вот расскажи про, скажем так, такую опенсорсную составляющую своего проекта. Ну, во-первых, меня несколько раз звали на работу на похожие и на аналогичные проекты. Вот. Ну, помимо этого, ко мне периодически, пишут люди, которые хотят со мной пообщаться на эту тему и там либо что-то предлагают, либо там говорят, что нужно исправить и так далее. Вот, у меня, в принципе, были контрибьюторы, которые что-то делали, и довольно большое, но они отвалились. Я не знаю, почему. Один парень писал довольно долго поддержку collected формата, ну, протокола. Ну, collected — это такой демон, который запускается на машине и отправляет метрички на сервер. На какой-нибудь. Вот. И там их, соответственно, уже может принять база данных. Вот. Насколько, ну, он мне писал, что он почти все закончил, и в итоге я так и не получил pull request от него. Интересно. Вот. Ну, я не знаю. Это все на добровольной основе происходит. Я не могу заставлять людей. Да нет, ну я понимаю прекрасно. Это делать. Вот, ну, еще один товарищ, мы долго общались, и он запилил виндовую версию. И даже я там что-то делал, чтобы что-то было лучше для его задачи. Вот, но в итоге он пока тоже не закончил еще. Но, в принципе, может появиться виндовая версия, я так думаю. Ну, сейчас пока что, насколько я помню, это, ну, собственно, 64-битный Linux, собственно. Ну да. Ну, в принципе, главная цель сейчас уйти только от 64-битного Linux куда-нибудь еще.
Понятно. Ну и, собственно, расскажи, какие ближайшие, так сказать, планы, помимо вот 64 бит, ухода, в смысле, 64 бит, что еще, так сказать, в ближайшее время вообще планируешь сделать? Ну, ты, я вот там упоминал уже переход на новые алгоритмы, там, на B+, да, там, соответственно, вот, еще что-то. Но это такие внутренние работы, да, то есть, а вот что еще хочется? Ну, на самом деле, переход вот на этот новую структуру данных позволит улучшить юзабилити для клиентов. В принципе, отказаться, вот помнишь, я говорил про окно времени, в котором возможна запись. Вот эта структура данных, она позволит отказаться от вот этого окна времени и, в принципе, писать как угодно. И, в принципе, даже писать старые данные, там, модифицировать какие-то исторические данные и так далее. Вот. Поскольку это древовидная структура, она не жесткая, и можно ее как угодно гнуть, изгибать, что угодно добавлять и так далее. То есть это, в принципе, сделает систему проще для пользователей, и ее будет проще использовать. Ну, помимо этого, я хочу, в принципе, повыкидывать всякую фигню, ну, вроде того же RESP интерфейса, и сделать еще более простой интерфейс. Понятно. Не нужно. Ну, рефакторинг это, да, такой непрерывный процесс. Очень клево то, что эта штука никем практически не используется, и я могу делать с ней все что угодно. То есть у меня там написано, что система еще не готова для продакшена, и кто не спрятался, я не виноват. Это позволяет мне, в принципе, делать всякие такие изменения сложные. Слушай, ну вот, знаешь, после разговора все-таки складывается впечатление, что по большей части это у тебя проект такой именно вот для души, для экспериментов, где ты вот не столько... То есть цель, мне так показалось, ну, собственно, поправь меня, если я ошибаюсь, да, что вот конечная цель не столько, чтобы вырастить какой-то там, выпустить продукт, там, конечное решение какое-то, а вот все-таки больше именно такое вот экспериментальное составляющее, нет? Или я все же ошибаюсь? С одной стороны, ты прав. Если это неинтересно, этим нельзя заниматься 2 года, даже больше. Естественно, мне интересно во всем этом ковыряться, что-то изобретать, но я конечной своей целью ставлю, естественно, продукта. Просто в процессе создания, чтобы понять, что нужно делать дальше, нужно совершить какие-то ошибки. И, естественно, вот я какое-то время работал со старой структурой данных, например, и понял, что она там что-то не позволяет, а это реально нужно. То есть я раньше думал, что записывать данные старые, исторические, там, либо что-то удалять никому не будет нужно, потому что это мониторинг там, и так далее. Но оно оказывается нужное, востребованное и так далее. То есть люди могут просто импортировать данные откуда-то, получить их и захотеть увидеть там у себя в системе. А способа этого сделать сейчас нет. Ну, и так далее в том же духе. То есть я получаю фидбэк, и я пытаюсь что-то реализовать, понимаю, что что-то сделано не так, как это сделать можно. Ну, понятно. Было. В общем, пока еще такой процесс, знаешь, как бы устаканивание, понимание вообще, что, ну, же, да, в конечном итоге нужно. То есть чтобы получить знания, нельзя просто все знать заранее и сделать, сесть и сделать. Чтобы получить знания, нужно начать делать. Да, в этом проблема. Ну, мне кажется, я сейчас понимаю довольно хорошо, как это должно быть. Так что, слушай, не знаю, как скоро, но все должно получиться. Ну, да, согласен. Вообще, мне кажется, такие последние в завершении выпуска, знаешь, очень правильные слова, да. Предлагаю, наверное, на этой позитивной ноте поставить такой итог, подвести итог нашей беседе. Слушай, было очень интересно, такие прям суровые, хардкорные подробности. Вот, надеюсь, слушателям тоже будет интересно все это послушать. Обязательно добавим в списочек всякие ссылочки на статьи, там, на алгоритмы, все, что мы сегодня упоминали в процессе, да, разговора. Вот, если что-то есть в завершении сказать каких-нибудь пару фраз, то самое время. Ну, я бы хотел поблагодарить слушателей, которые выдержали... Дослушали до этого места. Да, дослушали до этого места, и, пожалуй, все.
Вот. Пожелаю всем всяческих успехов. Да, я тоже тебе желаю успехов, все-таки, чтобы в процессе этих экспериментов, во-первых, ты, так сказать, желание заниматься этим проектом не остыло, ну и все же, чтобы ты добился какого-то стабильного уже такого релиза полноценного, как проекта, как продукта, в смысле, чтобы он состоялся, вот. Будем следить за новостями, вот, будет что-нибудь еще интересное, обязательно приходи, расскажешь. Окей. Ну что, друзья, всем спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока-пока.